На этой неделе состоялось заочное голосование межведомственной комиссии по формированию комфортной городской среды в Красноярском крае. Это голосование касалось о завершении реализации в ряде муниципальных образований как раз проектов благоустройства. И в числе тех проектов, которые предлагалось признать завершенными, то, что все сделано, как раз был сквер Ладыниной в городе Назарово, благоустройство сквера имени Ладыниной. Было три варианта: за, против и воздержаться. И я голосовал против завершения реализации этого проекта по одной простой причине. Потому что даже сейчас, когда все это присыпано снегом и со стороны может выглядеть довольно прилично, недочеты, которые говорят о том, что проект не завершен, они очевидны. И я думаю, когда сойдет снег, вот этих вот моментов, по которым можно четко сказать, что проект не завершен, будет гораздо больше. Я и во время избирательной кампании говорил, и сейчас придерживаюсь этой позиции о том, что ради отчетов, а собственно наше голосование этой комиссии, она как раз это голосование, оно нужно для того, чтобы сформировать отчеты в Москву, это федеральные проекты. Так вот, я считаю, что признавать проекты завершенными только для того, чтобы подготовить отчет и сказать о том, что мы правильно освоили деньги, так нельзя. Потому что до тех пор, пока мы так будем все делать, вот красивый отчет в Красноярск, красивый отчет в Москву, вот эти подрядчики, на которых нет управы, с ними ничего невозможно делать, так и будут безнаказанно недоделывать объекты по благоустройству, дороги будут недоделывать, муниципальное образование, главы будут вокруг них прыгать и ничего сделать не смогут, и ничего конкретно не изменится. Это моя принципиальная позиция, еще раз подчеркну, вот поэтому я голосовал против того, чтобы считать проект благоустройства сквера имени Ладыниной Назарова завершенным, против.